Всем доброе утро. Ваня, Марина, проходи. Ваню обходи, видишь, он маму ждет. Ребята, у меня отключили интернет, поэтому пока видео, наверное, не будет, не знаю. Постараюсь через мобильный загрузить, но у меня за неуплату я нынче забыла оплатить интернет. Поэтому вот так вот. Ой, короче, вообще дурдом. Ладно, идем в садик, у нас опять снег идет. Ужас какой-то. Ладно, шагаем в садик. Всем добрый день. Мы с Машей едем в город. Там я заказывала обувь, должны были привезти ей. И в больницу на прием за направлением. Сегодня ночью мы едем в Пермь. Не надо будет еще не забыть ночью такси вызвать, чтобы доехать до автостанции, потому что у нас последний автобус 11:30 отсюда уезжает. А пермский автобус только через полтора часа. Это нам на полтора часа на автостанции сидеть неохота. Поэтому будем такси вызывать, да, Маша? Чтобы ночью уехать. Скажи всем привет. Привет. Ладно, идем в город, едем. Так, ребята, посмотрите, кто рядом с нами здесь сегодня стоит. Может быть, мы его как-нибудь назовем? Все. Ждем приема врача. Всем еще раз здрасте. Приехала я с города, собрала я Маше документы все, все, мы готовы полностью к поездке. Ай, киса! Ты, чудо мое! Сядь на стул, посиди. Так, показываю, что купила. Хлеб. 3 булки хлеба взяла белого, потому что хлеба дома нема я. Также купила сахар. 4 пачки дома сахар заканчиваются. 4 пачки сахара. Попугаю Машу пристрела. Тут вот такие вот штучки попросила взять, взяла. Да, по поводу обуви. Мы заказывали у нас через знакомых обувь, и Маша себе выбрала вот такие вот. Мы сегодня специально заходили, забирали ей, вот такие вот она выбрала. Я не знаю, почему, но вот они зимние, сразу говорю, внутри еще мех есть. Чтоб не писали, что у ребенка ноги замерзнут. Они зимние, внутри мех есть. Даже вот на это есть мех, видите, вот он. Мех. Меховые, зимние. Вот такие вот кроссовки. Маша сегодня в них в Пермь поедет. Ну и карточка у нас готова уже полностью. Все укомплектовано, все бумажки, все, что надо было, я собрала. Маша сейчас в школе. Ночью надо будет еще вызывать такси. И на такси до автостанции придется нам ехать. Так что вот так вот. Пожелайте нам хорошего пути. Надеемся, будет все хорошо. Ладно, сейчас попью кофе, надо приготовить одежду. Дорогие друзья, у нас Катюша пришла со школы и сделала тортик. И мы сейчас его нарезаем. У нас же коржи, я же тогда по 2 коржа брала. 2 упаковочки коржей. И сгущенка. Покажи, какая сгущенка. Варенка вот такая вот, да. Катя сделала тортик. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пойдем чай с тортиком пить. Дорогие друзья, вы меня спрашиваете, что же я подарила Егору. Егор, скажи. Ну, давай. Ну давай, ну сын, ну я же не знаю, как он называется. Я сказал мне пробку. Ну да, я покажу. Зубачки. Ой, господи. Короче говоря, мы Егору взяли телефон. Как он называется? Honor 10X Lite. Honor 10X Lite. Во. Вот такой вот телефон. И теперь он с новым телефоном. Теперь он может учиться в 10 раз лучше.
И он сидит, торт ест. Он только со школы у меня пришел. Время 4 часа. Оксана, не прыгай, пожалуйста, голова болит. И вот, вот такой вот он у него. Плохо видно. Тут у него темно, он шторы закрыл. Черного цвета я специально брала. Я их не открывал, потому что... Держи. А ты не любишь, потому что открывать их. Да? Вкусно? Катя делала сегодня торт. Ладно, я сейчас вам покажу, у меня цветок зацвел. А Егор ест вкусный тортик. А покажи вот тот рисунок, пожалуйста. Дай вот те рисунки, ну дай. Егорка тут всякие рисует рисунки свои. Вот так вот. Он любит всякое такое графит. А третий рисунок дай. Нет. Дай, пожалуйста. Ну давай, пусть подписчики скажут, красиво, нет? Смотрите, как он любит рисовать. Он постоянно у меня просит маркеры и фломастеры, да, ты рисуешь. Он, ему нравится вот, это вот, учится, да. Он все хочет видео, да, с такими выпускать. Мультики рисовать. А, мультики рисовать. Ну вот ему нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете насчет этого. Ну, молодец. Это он сидел, говорит, заняться нечем было. Он сидел в каникулы, да, Егор, это ты рисовал. Такая вот у него. Ерундень. Красивая. И смотрите, у меня цветок зацвел. Так, сейчас свет включу здесь. Видите, зацвел цветок. Красиво, женское счастье зацвело. Тут Егоркина копилка и бумажки всякие лежат. Вкусный торт. Угу. Что у него тут еще на столе? Компьютер сломанный, бутылка. А, кстати, мне как-то писали насчет вот этой лампы фикспрессовской, что она нехорошая. Егор, скажи, нормальная она? Да. Да, нормальная, хорошо светит, ярко, и можно разные ракурсы ставить. Мне понравилось, в принципе. Не во всех ракурсах, она падает. Не во всех она падает. Падает иногда, и знаете, это тяжело. Ну, стоит, нормально стоит. Не знаю, что она у тебя падает. Это у тебя она падает? Ладно, дорогие друзья, вот такие вот рисунки. Ждем от вас оценку за Егоркины рисунки. Я знаю, что сейчас вы будете писать по поводу телефонов. Я ребенку обещала. Ребенок у меня в этом смысле, то, что Егорка у меня помощник очень хороший. Он очень много домашних дел делает. Он мне помогает, вот, все вы прекрасно знаете, что у меня на стиральную машинку замерз слив. Мне Егор помогает воду выносить, когда я стираюсь. Он мне также дрова таскает. Он в сарайку ходит управляться. Так, сейчас что-то покажу вам. Егорка принес сало, свое домашнее сало вкусное, будет кушать сейчас. Так что Егор у меня помощник. Ты еще и имбирь принес. Это, кстати, последний. Егор у меня помощник очень хороший. Он мне все, что я его не попрошу, он мне все делает. Он в сарайке помогает управляться. Он может мусор спокойно вынести. Он снег чистил. Он все в этом плане, Егор. Поэтому он заслужил телефон. Хейтерам, привет. Я знаю, что вы сейчас будете всяко писать гадости при мне. Пожалуйста, пишите, что хотите. Мне уже пофиг. Эрити нет. Это мой ребенок. Что я хочу, то я ему и дарю на день рождения. Вот так вот. Самое главное, ребенок довольный. Это главное. Ой, еще раз добрый вечер, Оксана, поздоровайся. Да, мы идем на остановку магазина. Я по пути занесу банки. А из-под молока, что мы брали сегодня, мы две банки молока взяли. Муж сходил, забрал. Потому что завтра я в Перми буду, некому будет за молоком идти, поэтому сегодня взяли. А Оксана со мной в садик, да, ходит? И шарфик одел. Вот что ты шарфик одел? На улице тепло. Ну ладно. Идем на остановку и в садик идем. Все, привела маленьких домой. Пошла до подруги на забрать кое-что. Она попросила дочери в Перму везти. Вот пойду сейчас заберу. А там дочь потом меня увидит, и она и заберет. Ну и футболку отнесу в подарок. Ладно. Идем. Дорогие друзья, у нас ночь, и мы с Машей идем на автобус. Все, мы поехали в Пермь. Там постараемся вам поснимать, если что-то будет интересное, да, Маша? Пожелайте нам счастливого пути. Всех мы любим, всем говорим пока-пока.
Стоим с Машей на остановке, да, Маша? Хорошо, тепло на улице. Ждем автобус. Маша, ты рада, что ты едешь в большой город? Да? Время 12:00, к 11:30 он подходит, лишь бы автобус был, а то придется тогда такси вызывать. Да? Ну, так вот. Ну, будем надеяться, что автобус придет и будет все нормально. И мы поедем теперь в больницу. Маша в кроссовках новых. Да? То все переживали, в чем же Маша поедет теперь? Скажи, Маша, мама купила теплые кроссовки, да? Тебе самой они нравятся? Да. Да. А то потом скажешь, что... Не, классно. Я тоже, кстати, в кроссовках поехала. И в костюме спортивном. Ладно. А? Ты тоже в костюме. Ну, Маша, когда мы одевались, что ты сказала? Спортивные мы едем. Ладно, ждем автобус дальше и поедем. Дорогие друзья, представляете, а мы с Машей идем обратно, потому что нету автобуса. Пипец, нам придется такси вызывать. Расстроились, конечно, но такси нету. Такси то и ждем. Нету автобуса, да, Маш? Маш, расстроилась? Ничего, сейчас такси вызовем. Сейчас у нас по-другому я ей позвоняла. У нее есть номер ВДВ. Мы к дому подошли опять. И вызовем такси сейчас. И поедем на такси на автостанцию. Пипец, конечно. Вот так вот у нас и ходят автобусы. По идее, должен сейчас был последний автобус, но его нету. Ой, кошмарики. Нет. 23:00 отсюда он. Он в 11 часов из города выезжает. Здесь 23:30 здесь он выезжает. Да, во. Ладно.